Присоединяйтесь к нашей команде, берите в руки телефон и снимайте интересные, забавные и ситуации, требующие внимания. Делаем новости вместе. Далее на экране народные новости. Междуреченцы открыли слежку. Даже представить не могу, что так долго можно усердно искать. Уже протоптал аж целую яму. Несколько часов, по словам очевидцев, неизвестный провел на этом месте. Отлучался и вновь возвращался на раскопки, чего именно не утверждаем. Вот что в такой ситуации делать? Получается, жители писали в горводоканал о том, что вот здесь такое происходит. Водоканал приехали и сообщили, что якобы это порыв водопроводной трубы. Настоящий каток в районе Альджирас. Жители делятся кадрами, обледенели улицы. Сейчас мы попробуем здесь пройти. То есть вода вот она стоит. То есть не замерзая, она текет и текет. Скорее всего, там уже дальше все. Кругом вода. Вода. Вот здесь вот такое намерзание. То есть, видите, да, заборы, это уже перед забором. Такое же видео прислал Ильдар Хасанов. Как позже сообщили жители Альджираса, специалисты водоканала обещали убрать лед и разобраться в ситуации. Вера Фефилова, Народные новости.